Совершенно очевидно, что дальнейшее развитие Украины требует федерализации. А что выборы сделали? А выборы закрепили феодализацию Украины. Вот это самый печальный результат, с которым придется сталкиваться сейчас в процессе тех преобразований, которые неминуемо наступят на Украине. Почему я сразу употребил слово? Как подчеркнул бывший премьер, Украина должна развиваться как федерация, состоящая из 3-4 образований, а у Донбасса должно быть право вето по определенным вопросам.